инженера, поднимать сельское хозяйство. Сейчас методы совершенно другие. Сейчас даже чабаны не нужны. Сейчас огораживают проволокой участок, пускают такой небольшой ток, туда запускают скот, там скот сам пасется. Через 2-3 дня меняют это место, и там этот скот пасется. Поэтому от этого всего мы уходим. Нужен профессиональный труд, а для этого нужны знания. Поэтому основа знаний закладывается в школе. И ко всем предметам относитесь очень серьезно. И уже сейчас вы должны думать о том, в какой вуз вы будете поступать, к чему у вас есть какие-то склонности, которые у вас больше развиты, чтобы в будущем заниматься именно любимой работой, работой, которую вы знаете лучше, чем что-либо другое. И, конечно, нужно заниматься физической культурой, чтобы вы были здоровы. Вот две основные, основополагающие вещи в жизни, которые необходимы. Это здоровье и образование. Поэтому учитесь. Сейчас ваши родители и учителя делают все для того, чтобы вы овладели этими знаниями. Учитесь, учитесь и учитесь. Не жалейте себя. Познавайте науки, познавайте предметы. Еще раз повторяю. Будете образованными людьми, будет у вас будущее. Будете собственниками, будете руководителями. Будете расти по карьере, а не будет образования, вы никому не нужны. Незнающий человек, он никому не нужен. Ни дома не нужен, ни на работе. От них старается избавиться. Поэтому я понимаю, что вам иногда хочется и побегать, и куда-то сходить, и там еще что-то поиграть. Но первое, чему вы должны уделять внимание, это учебе. И когда вам преподаватели говорят об этом, вы не думаете, что они говорят это ради себя. Они вам говорят ради вас, ради каждого из вас. Потому что мы хотим, чтобы вы нашли себя в этой жизни. Чтобы вы были примером для подражания последующим. Вот тем мальчикам, девочкам, которые сегодня пришли в первый класс. А для этого, я еще раз говорю, нужно хорошо себя вести, хорошо учиться и быть здоровым. Вот составляющие вашего будущего. Не жалейте, учитесь, познавайте предметы. Договорились? А мы вам будем помогать потом. Устраивать на работу вас, создавать там хорошие условия для того, чтобы вы могли нормально учиться. Строить школы, строить спортивные залы. Потом помогать вам, еще раз говорю, трудоустроить, это тоже важно. Но для всех, конечно, работы не хватит. Надо думать о том, как создать свое дело. Ведь вот Казанищ нижний, как раз он показатель. Посмотрите, сколько здесь построено мебельных маленьких цехов. Люди работают, делают мебель, продают. Одни делают, другие там занимаются реализацией, третьи продумывают новые формы. Поэтому это тоже надо в себе развивать. Сегодня у нас другая политическая система, поэтому нам нужно думать о том, чтобы рыночная экономика развивалась. А для этого нужно проявлять инициативу, желание, стремиться к этому. Удачи, успехов. Этот уже задумался, значит, с него будет нормальный человек. До свидания. Рыжий. Бещ? 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 Я на юбку ездил. А знаешь, что тур? Да, остальное надо ярче школу. Я думаю, всем нам учителя ярче, директор ярче, пастель, ярче, ярче, вот сейчас привел куйде, город сюда, сигетки деда, у яшава яхши карай. Яхши сойлей, а у нас тавар навар. Яша была на себе и не дур, и я думал, что они бир. Учителя егер манеча яш топтай. О, айма, бирисы тура, бирисы гетте, бирисы бир дарбе ларите. Барна, 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 дарбе вермейре. Сон, улулу, улатру, уладана, улатру, улатру, улатру. Да, бізге де айтып сөйлесіз. Я мазақ қылып айтпа. А ты что смену хочешь там в школу, да? Есть, конечно, от нас.
тем более они занимаются по федеральным госстандартам. Полный комплект учебников вот там ждет. Тем более, мы сегодня получили интерактивной доской полный комплект начальных классов. Значит, вы родители не знаете, по какой программе ваши дети занимаются. До 1 сентября пригласить своим детей в школу, провести по школе, провести экскурсию, все им объяснить, ответить на их вопросы. И потом им сказать, что будет школа давать им детям, где нужна помощь школу от родителей, чем они должны заниматься, чтобы не казалось, да не отдали в школе и все. И они там где-то на работе, где-то в Гетто, приехали. Это совместная работа родителей, в первую очередь, и школы. Чтобы из них выросли достойные люди, чтобы они стали специалистами хорошими, чтобы они имели будущее в этой жизни. Потому что закончить школу – этого мало. Потом надо поступить в высшее учебное заведение. Потом надо работать. Поэтому для этого все это надо пройти. А хорошая школа, хороший вуз дают хорошее образование. А если образование у ваших детей, есть будущее. Они будут где-то востребованы. Вот в Москве, допустим, хороших престижных вузов, просто третьего вуза детей берут на работу, приходят с банков, иностранных фирм, забирают, и они после учебы ходят там по 2-3 часа работать, зарабатывают деньги. И после учебы там же остаются работать и платят им по 200-250 тысяч рублей. Поэтому подготовленный специалист, он везде востребован, он нужен. Тем более на Дагестане. Я же равно узбегаю, елка в сын. Конечно же, можно. Меня родители просто не просят, если я не скажу. Ну-ка скажи. Я сама отучилась в этой школе 11 лет. И, конечно, здесь проработали много директоров. Но я не могу просто не поблагодарить. Меня все не... Никто меня не просит, если я не скажу эти слова. Спасибо вам огромное за то, что вы подняли эту школу на такой уровень, за то, что Нижний Казанищ стал одним из... Благодаря этой школе Казанищ вот настолько и поднялся. Мы вам очень благодарны, мы вас очень уважаем. И вы же мать. Ну, в конце хоть обними, если мать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Правильно она говорит? Да она от вашего имени. Вы согласны с этой оценкой? Да, хорошо. Вы прекрасно знаете, без поддержки Даниила Израилевича таких кабинетов, да, такой школы не было бы. И так вам огромное. Вот так появляется культ личности. Она хвалит его. Нет. Что есть? Показывает то, что есть. Но абсолютно ничего, ни лишнее слово не говорит. Я все нашла. Саволок. За 45 лет мы не видели такого. Да. Ремонт. Аллах велик, Аллах. Тебе не люди не говорят, Аллах так. Баракалась. Ну, ваш план, Аллах. Огурцы не трогать. Дайте не посмотреть. Только новая посадка. Лучару было. Янга Тимеги. Здесь новая посадка. Удивилась, когда Даниил Казреевич, как он мечтал, так он хотел секрету. Он одновременно... Он мечтал, а ты сделала. Ну, я... Как он может... Он одновременно... Поспать ему там. Я всегда, когда я помогаю, ну, один наш, машины нет.